А вот и Hellcase Cup 7 сезона, второй раунд плей-офф. Атафа Ленин у микрофона и первый Best of 3 на сегодня. Команда Авангард сражается с Империал. Ну и первая карта, выбор казахского коллектива The Train. Сори, немножко припозднились и не показали вам пистолет на раунд, но, как нетрудно догадаться, выиграли его красавчики из Авангард. Афа, за кого ты вообще, что думаешь? Да, добрый вечер, друзья. Да, что тут думать, хорошие команды, молодежь встречаются, рубятся очень интересные молодые амбициозные игроки. Ну и, конечно же, очень интересная команда Авангард для нашего СНГ-пространства. Также нам интересны Империал. Все-таки два парня из Литвы, играющие очень круто, присутствуют на сервере. И, конечно же, будем следить и за звездами FPL, и за командой, в частности, Империал. Конечно же, за Авангард. У них сегодня два сложных BO3 матча в рамках разных чемпионатов. Но об этом попозже. Пока что попытка зафорситься на зелени и на пленте не приводит к успеху команду Империал. И Авангард вот-вот заберут второй раунд, если разве что Некса не раздаст дигла. Ну или Асилиан. Асилиан остается 1-2, у него есть армор, и потенциально он здесь в состоянии потащить, если, конечно, ему несколько повезет в каком-то моменте. Времени не так уж и много. Плюс ко всему его пушит Димасик. Ну и, как итог, Асилиан, оказавшись в прицеле, погибает. Хотелось бы отметить нестандартную игру бустера в этом раунде. Если вы заметили, он, играя на зелени вместе с Кикертом в паре, по-моему, решил пропушить через смоки и сделал два фрага вместо того, чтобы подставлять своих тиммейтов. Ну и по итогу это действительно окупилось. Плюс ко всему, бустер еще денег заработал. И сейчас буквально одну секундочку попрошу. Нужно, да, нажать вот эту волшебную кнопку. И теперь... и теперь счет 2-0. Полный экономический от Империал. Ну и, в общем, с первого девайсного станет ясно. Опять-таки, Train хорошая, удачная карта для команды Авангард. Империал, она может стать некоторой проблемой, если, например, они посвятили при тренировках ей недостаточно времени. Ну, все мы понимаем, что Авангард, вообще Train тренирует в числе одной из первых карт. Ну и, кстати, не так давно они одержали победу над ЕПГ по овертаймам 19-16 на этой же самой карте. Третья карта, друзья, конечно же, оверпас. Очень интересная может получиться рубка между этими коллективами, если мы до него доживем. Ну и, в принципе, напоминаем, друзья, то, что это плей-офф, это уже 1/8 финала. И сегодня из этой стадии мы посмотрим два матча. Также не забывайте польскую битву. И, конечно же, ТАСС вместе с Кингвинами будет рубиться сегодня против шведов из Red Reserve. Будет тоже очень интересная игра. Да, это будет жаркая игра. Особенно интересно будет... Ну, вообще не то, что особенно интересно посмотреть за теми или за другими коллективами. Все же Red Reserve сейчас набирают хорошую форму. И, правда, ну, все лучше и лучше показывают себя как такой искомый шведский коллектив. Ну, а что касается Кингвин, наверное, от них, в принципе, ждут очень многого. ТАСС, который не собирается... покидать ряды про сцены, про игроков. Возможно, заиграет с новым коллективом. И, возможно, даже обоснуется в топ-1 Польши. Обо всем этом мы узнаем несколько позже. Сейчас уже первый девайс на раунд. Обратите внимание, Авангард не отказывались от двух фармганов. У них МП9 и у бустера, и у Димасика на руках. Плюс ко всему, бустер уже поджимает зелень. Именно так мы будем называть его. Не бастер, а бустер. Находит просвет в дыму, но Тенски под него пока не открывается. Правда, если это все же произойдет? Ну, назвать мы можем и так, но да. Опять же, самое главное, чтобы не подгорало у зрителей. А вот он-то фраг все-таки сделал. Все-таки дождался Тенски. Вы посмотрите, какой красавчик. Сделал свое убийство с МП9, остался красным, да, но очень важно. Сейчас посмотрим, как сыграет Джейм, потому что вот-вот выход будет на Б в исполнении Спиранта. Очень опасный Аймер. Мы все прекрасно понимаем, как этот парень жестко ставит хедшоты под смоки, пытается пробраться на точку. И если будет какой-то неудачный тайминг для Джейми, он может отлететь. Да. Что и происходит. Но при этом ко второму игроку, возможно, будут игроки Империал не готовы. Все-таки это Димасик. И с верхней линии пока никто не открывается. Кризен байтит внимание на себя. Кикерт, однако, погибает от люркера в лице Нуки, который вывалился вообще на точку А, сделал свой фраг. Димасик понимает, нужно действовать. Предотвращает установку бомбы, играя со своим диглом. И вот она ситуация. 3 в 3. Его пытаются пропушить. Но здесь уже самое главное — жить. С чем, правда, Димасик не справляется. Поспешил Димасик, да, засуетился. Попытался там как можно жестче сыграть. Хотел уйти из окружения. Но, наверное, нужно было все-таки настроиться еще на один фраг и попытаться кого-то забрать не в движении, там, возможно, с фармгана, возможно, остаться в 33, но мы видели, что получилось не очень хорошо. Бомба установлена, Кризен и Бастер будут пытаться вытащить сейчас этот раунд, но здесь Нуки очень опасная позиция у него и самое главное ХП. Вот помните начало раунда, зелень, контакт Бастера, 19 ХП у него осталось. Или бустер. Да, ну на самом деле просто ВК мы как-то с ним списывались, и он говорит, вообще считается Бастер, но ты, пожалуйста, бустер меня называй, мне так больше нравится, это вообще, ну как, не то что считается, но звучит, ну, как будто ты бустишь свою команду, это здорово. Ну 3-1, первый девайс на Империал все-таки
все-таки забирают не идеальная игра опорников на точке Б, в частности снайпер, которому с таймингом, ну или, возможно, с выбором позиции не повезло. Мы видели, что аспиранта, который открывался с нижней линии, оказался в слепой зоне снайперского прицела. Может, не случись этого, погибнет аспиранта первым, все пошло бы по другому сценарию. Ну что же, пока что казахстанцы неплохо бьются в этой встрече. Да, дали один оружейный раунд, но мы понимаем, что это раунд, когда оставались фармганы, и на самом-то деле у ребят были великолепные шансы, чтобы его потащить, но тут уже Империал сыграли очень четко, и Нуки, и великолепные аспиранты отыграли в предыдущем раунде. Ну что, посмотрим, 4 плюс 1, такой стандартный вроде бы дефенс для команды Авангард, хелпующего, роль хелпующего исполняет Квикерт, хотя на Б все-таки оставляют Димасика с ЦЗшечкой, и тут очень важна будет Клупа, но на самом-то деле уже нужно возвращаться на плент, потому что аспирант решил просто разобраться со всеми, Квикерт не попадает, очень легкий фраги для аспиранта, и вот Джейм пытается что-либо сделать, но видел ли он Нуки? Нет, не видел, а если даже и видел, то поделать с этим ничего не смог. Нуки в итоге просачивается через сотку и ставит уж точно точку в этом раунде. Прекрасная работа. На пару как раз-таки то самое литовское звено команды Imperial разобралось со всей командой Авангард. Ну вот мне вот сейчас, мне показалось, друзья, вот личное мнение Имха, то, что сейчас Авангард просто неправильно расставили игроков по карте. Я бы все-таки оставил бы АВП в соло на точке Б, а вот как раз ЦЗ-шечку бы оставил вместо с тремя игроками на апленте. И ребята бы угадали. А так получилось то, что они вот очень дергались хелповать на точке Б игрок Димасику. Ну и в итоге один игрок остался все-таки в полупозиции, хелпуя точку Б. И как-то вообще легко вышли имперцы. Просто раздали по головам. Там первый выходил аспиранта, потом Нуки, и все закончилось. Слишком легкий раунд для команды Империал. И в общем-то, последствия серьезные. Это экономически от Авангара. И счет, ну, скорее всего, 3-3, если... Не зажгут сейчас Димасик с парнями. Да, но в последнее время модно выигрывать экономические раунды, вообще не имея арморов. Мы видим, и аспиранта получил промеж глаз, правда, со своей задачей пока справляется и действительно настреливает. Плюс поджим Димасика был замечен на Экса, и Тенский прорывает зелень. Все-таки отомстил бустеру, пусть это и на экономическом раунде. В общем, 3-3. Хотелось бы сказать вот что. На сайте HLTV по последним 5 матчам нет поражений и у тех, и у других. То есть и Авангард выигрывали свои встречи, при этом у довольно серьезных коллективов взять. Победу над Просто, например, со счетом 2-1, ББ Про 2-0. Те же Империал тоже пока поражений не имеют. При этом они выиграли 4 Best of 3 встречи со счетом 2-0. Но это говорит о том, что ребята все-таки вышли из этого крутого пике, которое получили после мейджора. Там была серия таких неудачных результатов. И не только у команды Авангард. Можно то же самое сказать о Гамбит и о многих коллективах, в которых там были замены. Но сейчас вот снова, видимо, ребята взялись, хорошо проводят тренировки и... В общем-то, набирают вновь оптимальную форму. Да, ну и, кстати, в отличие от большинства других команд, Авангард, ну, потерпели неудачу при отборочных на мейджор или там на первом этапе мейджора, можно по-разному называть. Но к их чести стоит отметить, что едва они оттуда вернулись, я уже видел, как парни играли и тренировки, праки, официальные матчи, даже, ну, какой-то такой тир-3 турнир выиграли незадолго после окончания самого мейджор-эвента. Ну, в общем, по ним нисколько не ударило. Это, так сказать, неудача. Все-таки в шаге Авангард были от прохода в основную часть мейджор-эвента. Но не срослось. Ну и после этого уже Кризен, кстати, в своем твиттере написал, что мейджор он все-таки выиграет. Это будет его цель. Ну как что ты же, поддерживаешь такие цели, Таф? Да, конечно, цели нужно ставить только максимальные, только топ-1, выиграть все возможные чемпионаты и обыграть всех. Я считаю, игроки в киберспорте должны быть сверхамбициозными и, в принципе, да не только в киберспорте. Ну что, самое главное — верить в себя. Посмотрим, что поменяют сейчас ребята из Авангард, потому что очень неплохо взяли за них имперцы в последних раундах. У них все получается за атаку. Спокойно пробивают апленд и очередной 4 плюс 1. Димасик занимается своим бэплентом. Ну и посмотрим, смогут ли на этот раз продавить апленд имперцы. Отличная флешка. Кризен идет на поджим и все же переигрывает. Ну-ка, тот был со снайперской винтовкой, но вы сами все видели. Флешка заставила его уйти в закрытую позицию. Этим воспользовался как раз-таки господин Кризен. Это первый фраг команды Авангард. Очень нравится пока что их придумки. Но флешка в ответ. Аспиранта наводится и четко перекрывает Кризена. Жестко отыграл, очень уверенно. Причем очень такой широкий стрейф сделал только что под апдаун. И тем не менее довелся, попал. И такой
На волюшке сыграл. Просто красавчик сейчас Эсперанто. Посмотрим, что будет дальше. У Джейма 44 хп. Немножечко подгорел на апдауне. И, в принципе, возможно, им сейчас будут заниматься. Давайте посмотрим, как перестроится команда Imperial. Пока что Асилион в сотке находится вместе с Тенски. Ой, ты посмотри, куда Эсперанто пробрался. Он уже в планте, правда, теряется. Видел кикер-то, но услышал в эту же секунду за собой своего соперника. И немного потерялся именно в этом эпизоде. Вновь большинство для авангард. Конечно, снайперской винтовкой просачиваться, не имея никакого саппорта посреди планты. Ну, как-то, да, немножечко рисканул, все-таки, ладно, даже не буду никак комментировать, хотел неожиданно зайти на плент, но получилось, как всегда, и великолепные шансы сейчас для авангард забрать все-таки эту оружейку. Квикер просто моментально получает по голове от Асилиона, и ситуация вновь равная по игрокам, 3 на 3, Бастер контролит зелень, ну и коннектор, конечно, будет очень важен, здесь Джейм, у него 44 хп. Очень красиво Асилион сейчас набайтил своего соперника, Некса. Ого, на скилле переигрывает Димасика, еще и на развороте немного попадает по Джейму, которого Тенски по итогу добил. Некса делает минус 2 в этом раунде, ну и внес урона по третьему. 4-3. Так вот, к эпизоду с Асилионом хотелось бы вернуться. Он же специально сделал выстрел, чтобы соперник вернулся. И реально соперник вернулся. Я это к чему? Мы с тобой не так давно уже комментировали матч от команды Imperial, и тогда у нас к Асилиону были вопросы. Я думаю, и у него самого к своей игре вопросы тоже возникали, не радовал он нас своей игрой, так что в текущем матчапе мы будем за ним, за этим датчанином, наверное, следить отдельно. Да, как-то слишком круто он начинает эту встречу, я с тобой полностью согласен, сегодня играет пока практически идеально на этот момент. Ну и авангард, все-таки свой пик, нужно подсобраться, иначе все-таки имперцы очень сильная команда, которая могут и на мираже действовать очень неплохо. Чего там будет стоить тот же самый Эсперанто и Нуки. Поэтому нужно собираться как можно быстрее уже со следующей оружейки выравнивать эту встречу и как-то набирать свои раунды за защиту. Неплохо угадали только что авангард с перетяжкой на точку Б. Трое сверху. Вот это, конечно, может быть проблема. Очень много игроков выходит из 33 и сюда смотрит Квикерт. Да, немножечко Джейм. Неплохо раздамажили двоих. Отлично. И двоих в итоге добили. Третий Эсперанто красный. Его тоже закрывают. Пока размена 3 в 1. Ну и оставшуюся, наверное, работу должны доделывать все-таки опорники точки Б. Да, Кризен. Прекрасно. Вообще, не знаю, что здесь еще сказать. Империал сами себя загнали в эту ловушку, ничего не подозревая. Вышли с верхней линии, ну и наткнулись на такое укрепление с голыми пистолетами. Прошу заметить, не было даже арморов у большинства игроков. И это красиво. Вот только мы на начало этой встречи отметили, что в последнее время модно выигрывать экономику. Раунды, как Натя, пожалуйста. Не то, что модно, но ЦЗшки работают, куча позиций под них придумано. Но на трене в защите сложновато, если честно, вот на точке Б как-то напринимать. Хотя вы можете сказать, что там есть очень много таких ближних позиций, за вагонами стать, и снизу в упоре. Но... Да, но просто медленно выходили и пожалели гранаты. Такое впечатление. Флешек особенно не было. Ну и теперь пуш, пуш точки А. Давайте посмотрим, что здесь произойдет. Потом еще повспоминаем предыдущие раунды. Пока что жесткий размен. 3 в 2 ситуация. Ну и очень важные фраги для имперцев. Их нет. Кризен классно работает последние раунды. И это уже 5-4 за авангард. Так вот, знаешь, мне просто показалось, что ребятам не хватило уверенности, когда они выходили сверху в том раунде против пистолетов. Возможно, стоило побыстрее спрыгивать. Нельзя было так подставляться под игроков, находящихся в планте, которые с пистолета очень легко тебе настреливают. И еще и друг другу мешали. Два игрока там мансуя за стеночкой, опять же, находясь сверху. И нужно выходить в таких ситуациях просто как молния вылетать с этих позиций, либо просто выходить уверенностью и отстреливать своих оппонентов. Но ребята сыграли провально, после этого психанули, сыграли быстрый раунд на плент, не прошел. Ну и посмотрим, деньги еще есть у имперцев, и что придумают ребята. Пока что какой-то медленный все-таки дефолт будет разыгран, Тенски уходит на зелень, двое под точкой Б, и, как я понимаю, двое... Нет, это сотка, и Асилион все-таки хелпует, выпускает под флешку ребят под позицией Б-плента. Да, ну, котлы пока что заняты, очень дальние позиции у опорников Б-точки, игроков команды авангард, где же там Димасик, ну, он вообще за нефтью, даже особенно не контролирует проходы с верхней линии. Что касается Джейма, ну, далеко не всегда команда, играя на трейне в защите, предпочитает оставлять снайпера стабильно на точке Б вторым номером. Очень часто это единственный опорник Б-плента, но в данном случае авангард использует снайпера стабильно для обороны закрытого плента, так называемого. Ну, а что касается апдауна, здесь Кризен. В данном случае он играет, ну, очень близко по схеме Бялова, например. Ну и вообще многие так занимают апдаун, да? Ну, сидя с кольтом, с тридцаткой.
Да, самое главное, чтобы были там у ребят варианты, как он оттуда выходит, как его суппортит, кто куда отдает гранаты в этот момент, там кто смотрит сотку, кто на зелень, что откидывает, кто либо ему в апдаун вообще там под смоки выпускают игрока. Ну, посмотрим. Очень важные связки. Вообще защита на трене, наверное, одна из самых сложных, что можно придумать в Counter-Strike. Джейм просто великолепно принимает точку Б, но здесь Некс разводил, пытался выйти через низ и, конечно, моментально нарвался на снайпера. И вот какой тайминг сейчас может произойти, ну, посмотрим, зелень. Нет, только одного забрал Тенски. Очень красивый разворот от Кикерта. Джейм разменивает уже самого Кикерта, которого забрал Аспиранта. А вот и апдаун. Кстати, Кризен там отдается. У Асилена появляется некий просвет. Но лишь только на секунду. Джейм минус 3 теперь уже от него. Да и времени было катастрофически мало до окончания раунда. Скорее всего, ну не успел бы игрок Тесайда, как бы не старался. 6-4. Авангар теперь уже своего соперника заставляет делать экономический раунд. Может быть, Империал сейчас ответит? Очень четко зашел вот все-таки выигранный раунд с пистолетами. Тут просто красавчик. Савчики, авангары, пятый не дали разогнать еще сильнее экономику имперцев. И, если честно, ну вот, не возьми тут раунд, возможно, были бы серьезные проблемы на карте Детрейна. Экономическими, я считаю? Да, может быть, в общем-то, и во всем этом матче. Но все нормально, 6-4, теперь уже авангары имеют более серьезные шансы на то, чтобы вообще прихлопнуть здесь защите Империал и очень быстро закончить карту Детрейн. Но мы понимаем, что Империал тоже очень интересная такая молодая перспективная команда. Развивается очень быстро, ну и действительно есть хорошие такие игроки, возможно, будущие вообще суперзвезды Counter-Strike. Да, однозначно. Я с тобой соглашусь. Это сродни, ну, последним, опять же, тенденциям набора европейских миксов. В частности, можно вспомнить, ну, ту же команду Optic, у которых разные составы. Действительно, Imperial пока чувствую. Да и игроки молодые, звездные в некотором смысле. Это и Тенски, и Асилиан. Это молодые датские, ну, молодые датчане просто. Они уже успели поиграть в серьезных коллективах. Это Эсперант. Мы уже неоднократно говорили о том, что, ну, в последнем сезоне FPL он стал чемпионом. Это действительно дорогого стоит. Робс тоже, будучи чемпионом FPL, сейчас играет Mousesports. Ну и Некса, и Нук. Некс также относительно известный игрок. Ну а за Нука мы смотрим сейчас, и пока он, ну, не оставляет вопросов. Хорошо играет. Пока Джейм не оставляет вопросов на точке Б, отлично настреливает соперников. Вот немножечко ошибается Кризен. Все-таки Сер подобрался к нему в упор. Ну и давайте посмотрим. Квикер пришел на помощь. Бомба выбита. И как минимум дополнительных денег уже, скорее всего, не будет. А что ж Тенски ее не ставил? Открылся почему-то под проход с нижней линии и вот так внезапно погиб. Ну, хотели сыграть на минус, отыграть одного игрока. Просто на самом деле все четко просчитали, кроме одного момента. Это хелпующего игрока в коннекторе, который очень не вовремя таймингово выпал и просто забрал моментально Тенски. 7-4, авангард на первой карте играют очень уже хорошо. Точно можно сказать, есть запас по экономике, все получается. Сопернику, к сожалению, больше нечего предложить пока что за атаку ребятам из Империал. И это только первая карта, друзья, Тафа и Ленин у микрофона. Всего сегодня вечером вторая игра в 10 по Киеву, в 11 по Москве. Эта игра с участием очень интересных польских ребят. Конечно же, ТАСС, Кингвин будут рубиться против Red Reserve и Швеции. И там, на самом-то деле, все-таки будет очень интересная игра. Посмотрим на ТАЗа. Обязательно, обязательно. Ну и вообще на новый состав команды Кингвин в Польше. На польской сцене тоже происходят интересные довольно изменения. Такие движения, наконец-то. Наконец-то Криптонит в виде состава Virtus.pro сломлен. Они его сменили. Ну и может быть появится дополнительная конкуренция. А может быть Димасик сейчас выиграет еще один раунд. Вы посмотрите, куда он пробирается. Видит спину Нука. И не стал, знаете, включать какого-то истового профессионала. Мол, а вдруг там будет второй, третий. Он просто расстрелял. Едва завидя Нука и подарил команде преимущество на начало раунда. Правда, интересно, видел ли он бомбу и в состоянии ли он ее контролировать. Ах, уже и не важно. Он сам занимает мидл. О, ну тут вообще. Ну да. Серьезное приключение. На апдауне у игроков атаки. Ну и посмотрим, все-таки еще можно как-то выжить максимум из этого раунда. Вот как раз Эсперанто сейчас может забрать бомбу, но он пытается найти все-таки соперника, которого здесь нет, который уже через сотку вернулся на точку А. Посмотрите, вся защита на пленте, на Б нет никого. Вот сейчас бы смещение какое-нибудь молниеносное на точку Б. Это был бы такой неприятный момент для команды Авангард. Ну посмотрим, какое решение. Да, но у Империал просто уже не остается опции из-за недостатка времени, отсутствия информации. По итогу их, ну, должны принимать, наверное, без вариантов. Ведь авангард как раз к этому и были готовы. Раунд в конечном итоге был нацелен на то, чтобы спровоцировать выход Империал на укрепленный плента. Правда, здесь возникают некие трудности. Бустер их сглаживает. У Эсперанта нет времени. Он должен либо ставить бомбу, либо пытаться что-то сделать. Он за 5 секунд все-таки убивает бустера, ставит бомбу. Димасик еще и натыкается на дым. Правда, сейчас спину Эсперанта все равно заметит. Красиво. Конечно, авангард сыграли здесь, но Империал бились до самого конца. Да, Димасик в итоге еще и раунд вынужден был вытягивать.
сейчас ситуация 1 на 1. Так, подбирается АВП, диффузится бомба. Здесь все хорошо. Пауза от имперцев. Все-таки тактическая, по идее, сейчас нужно им обсудить, как провести эту концовку. Вообще, что с деньгами после этой поставленной бомбы. Но, если честно, казалось, что уже все. Поджим от Димасика. Все было шикарно. 25 секунд до конца раунда. Грубо говоря, 5 игроков авангард на точке. Но раунд заканчивается ситуацией, нервной ситуацией 1 на 1 с поставленной бомбой. Тут, конечно, явная ошибка от авангарда. Ребята посмотрят демку, либо уже там и сами заметили и поняли, что пошло не так. Но вот таких ситуаций доводить не стоит. Потому что было бы чуть побольше времени у Империал, они бы еще и перетяжку смогли бы оформить. Возможно, на... Под Бэй, имеешь в виду? Да-да-да. Да-да, конечно, это было бы хорошим решением для них. Но ведь они, с другой стороны, до конца не знали, что авангард прям пятером укрепятся на точке. Ну и хотелось бы еще рассказать, что даже это укрепление едва не привело к выигрышу раунда команды Империал, которые сейчас взяли первую тактическую паузу, обсудили все, что хотели. Ну, очевидно, пока что половина уходит у них из-под рук. Все-таки атака у них не так хороша, да и проигранный экономический раунд. Сейчас мы его даже найдем. Это вот здесь, да, первый же, получается, авангары выиграли. И после этого вся сторона пошла у Империал наперекосяк. Да, была хорошая серия раундов, но после этого действительно ничего нового не могут предложить своим соперникам. Очередной быстрый выход на точку А. Граната, по-моему, попала так, как нужно. На выходящих Джейм уже принимает одного, Квикер с плента второго. Ну и, в общем-то, уже вся колпа, в принципе, и приехала на точку А. Кризен в здании переигрывает одного, со вторым перестрелку даже не ввязывается. Понимая, что главное здесь уже не выигрывать оставшиеся перестрелки, сохранять преимущество для команды. Палится в девятке, но Асилиан не сумел этим воспользоваться. Как? Ведь голова была в прицеле, разумеется. Теперь Димасик расстреляет оставшегося в живых Тенски. И это 9-4. Быстрые раунды по ДАУ Империал явно не работают. Настолько они выглядят неконкурентоспособными. Особенно глядя на первые убийства, которые были сделаны, ну, очень просто. Прямо казахом, который сидел вот здесь в пленте. Он просто убил первого, и все, раунда нету, Империал. Ну, знаете, вот все-таки играть быстрый раунд на плент без раскидки, ну, то есть они сразу выпадали из сотку против команды, которая всегда играет 4 плюс 1 на пленте, то есть они уже с экономикой, у них уже АВП, это не первый оружейный раунд там после проигранной пистолетки, либо там просто отсутствие денег какое-то. Это действительно мощный оружейный раунд от обороны, и ты, понимая, как стоит соперник, решил его продавить. Ну, не знаю, рисковали, да, мне кажется, ребята слишком сильно. Знаешь, это, может быть, сработало бы на каких-то средних или поздних этапах раунда, когда, ну, мы ведь привыкли видеть Джейма вторым номером на точке Б. И, возможно, как раз от этого стоило бы сыграть. Знаешь, оно всегда работает, когда там первый игрок у тебя по респу, игрок атаки, ставит хедшот, выходя из сотки. Ну, да. И когда у него есть хороший, сочный респаун. Ну, здесь все было, по-моему, против Империал. Посмотрим, что будет дальше. Есть калаш, 2 дигла, P250 СЗ-шка, и ребята вот-вот выйдут на точку Б. Четверо снизу, как я понимаю, один сверху, ну и... Понятное дело, авангард читают экономику, держат издалека. Да, может быть, бомба зайдет на плент, но это не самая главная проблема. Нельзя вот отдавать ВП и подпускать в упор к себе. Где же суппорт? Окей, бомба стоит. Теперь ее нужно как-то выбивать. Асилиана, скорее всего, сейчас заберу. 13 кп живет. Возможно, даже слишком долго, но спрей-контрол от кикер-то выше всяких похвал. Минус по-тенски. Некса, размен, отлично. Бомба выбита. 10-4. Да, конечно, сам факт ее установки может Империал закупить. Поможет, точнее, Империал закупиться чуть лучше, но по последнему раунду это уже значение иметь никакого не будет. 10-4. И, по-моему, авангард в целом должны быть удовлетворены таким результатом в защите. Нет, ну знаешь, все-таки, конечно, значение имеет. Это бомбы там... Полный супер фарш бай. Не-не-не, я к тому, что посмотри на серию, если учитывать, что Империал в прошлом раунде это был экономический, денег у них в любом случае было бы достаточно. В принципе, вон да. Даже что-то остается. 1400 у Асилиана, не знает, на что тратить. Ну, это Асилиан такой самый запасливый. Вот Нуки как раз в притирочку под ноль закупил себе 4 гранаты, 2 флешки, смоук, хае и 2 армор и АВП. Ну что, вот как раз вот АВП, вот то, что могло вот в таком быстром выходе на точку А помочь ребятам из Империал, но... Не было респауна, и вот сейчас просто медленный раунд разыграют ребята, пошумят под Б. А потом, по идее, под раскидку должны были выходить на точку А, но все ломает бустер. Сейчас второй еще сделает фраг, давай, сквозь дымы, но делал же бустер это в начале половины. Он врывается еще и под флешку своего тиммейта, подставляется все-таки под спрей Тенски. Может быть, после второго и нужно было уходить, но походу у Тулепова там был такой кураж спойман. Он вот так уже хотел похоронить всю команду. Но я к тому, что с МП9 в первом девайсе там бустер делал то же самое, и тогда Тенски также подставился. Ну, знаешь, там бастер такая ситуация была, он, получается, забрал одного, второго, и тут уже оказался тиммейт, который говорит, я дам флешку, он действительно ее дал. Просто долю секунды бы раньше бы она прилетела, да, возможно, да, да. Был бы минус 3. Ну и так, неплохо, 2-1 идет размен, команда остается в большинстве, и здесь уже Империал, нужно что-то придумывать. Тенски, есть Авик, Некс и Эсперанто на калашах по позициям, 2 в сотке, 1 на зелени. Ну и тут, конечно, возможно, стоит дать поработать вот своему снайперу.
Но снайпер идет на зелень как раз, он с ВП, а вперед он не пойдет, он не будет заносить бомбу, поэтому номер 6 и номер 7, видимо, будут работать, вот кто-то из них начнет эту атаку, но опять же с такими позициями тяжеловато. Там и Квикерт на апдауне уже, и Кризен за трансформатором. Ну и все внимание на Джейма скорее, хотя он смотрит сейчас в противоположном направлении. А, потому что Кризен принимает вместе с Кикертом, все окей. Кикерт ставит две головы. Наверное, последнего добить дело техники. Тенский промах. Кикерт подлетает и вместе с Кризеном. На самом-то деле сейчас все должен был закончить, казалось бы, снайпер команды, но... Ну там 34 хп, уже 10 секунд никак Тенский этот раунд взять. Не знаю, что должно произойти. То есть авангард должны сейчас так натупить. Да, Тенский хорош. Поставил... Попытался поставить бомбу, но подставился под ЦЗ. 11-4. Отличная сторона. И, по-моему, все как раз с того самого экономического и началось. Да? Где-то здесь его выиграли Авангар, и после этого Империал так и не оправились. Показали пару странных довольно раундов. Там после этого был Пуша, по-моему, который тоже не сработал. Да, казалось бы, еще должен быть 5-3. Это такой, знаешь, напряженный счет, когда это твоя карта, ты в защите, а тут тебе начинают ломать соперники. Я уже в этот момент подумал, что еще таким пару ключевых раундов для Империал, и они вообще здесь сотворят маленькую сенсацию, заберут... Трейну Авангар, но очень быстро ребята из Казахстана собрались, включились, отлично отыграли первую половину. Ну, посмотрим, что будет во второй. Пистолеты они выиграли в защите. Ну, может быть, зайдет еще и второй пистолетный раунд, на этот раз за атаку. Ну и давайте по позициям. Бастер, сотка, апдаун, Кикерт, трое на зелени, ну и... В принципе, 4 игрока принимает апленд, уже вернулся номер 7, это Некса. Прикольно проходят на карачиках, аспиранта отвлеклись, сейчас, скорее всего, заберут Асилина, Тенский разменивает, но в зелени еще двое, Тенский закрывает своего же тиммейта, ай, какая неприятность. Большинство наиграли авангард, теперь, наверное, осталось всего лишь только реализовать, потому что бедолаги, опорники, Империал на точке А окажутся зажаты и казнены. Авангард, легчайшая пистолетка, 12-4, Трейн. Это сильная сторона казахской команды, однозначно. Да жесткая вообще какая-то пистолетка получилась. Они выходят, и у имперцы уже в окружении. Как? Да. Что произошло? Как так? Просто... А дело в том, что у порта у Империал был на зеле, но в самый последний момент отвлекли аспиранта сотки, по нему настрелили. И... Это отвлекло и его, и Асилина, который рядом стоял. Да, Асилин вообще сидел, он не знал, что делать, да, потому что по нему стрелял апдаун, у него уже бежит табун по зелени, еще и пацаны сотки выходят, напрягают их тиммейтов. Ну просто паника какая-то случилась у Империал. Изи раунд для авангард, ну и дальше, конечно... Имперцам будет тяжеловато. Но посмотрим, что у них будет все-таки на оружейных раундах. Возможно, все-таки возьмут пушки и начнут тащить. Но сейчас вот больше верится в то, что, наверное, на Мираже ребята будут собираться и пытаться вернуться в эту игру и отыгрываться именно на следующей карте. Сейчас казахстанцы просто очень крутые ребята и... Трейн у них очень силен. Ну да, но здесь важно понимать, что Мираж, что Авангард тоже сильная сторона. Они никогда не боятся его играть. И отдельно хотелось бы отметить там Джейма и Бустера, которые, ну, обычно показывают стабильность в рамках этой карты. О, это вообще бог Миража. Бустер? Джейм. А, Джейм? Ты помнишь эти матчи на мажоре? Вообще, что там просто, я не знаю, он за эту игру стал звездой, по-моему, во всем мире. Просто там все писали Джейм, чат этот читать было просто for fun, и действительно, что он творил. Да, но опять вот справедливости ради, в следующем же матче, в решающем против Ликвид, он на Мираже такой стабильности не проявил. И был одним из, ну, последних игроков, да, в глубине пелотона по фрагам. Все приходит с опытом, стабильность согласен. Также приходит с опытом уже... Проявил себя неплохо вместе со своей командой. Самое главное, чтобы ребята вот сохранили состав, тренировались, не мошнили там друг на друга и просто работали над собой и своей игрой. Все будет хорошо, организация замечательная, помогает очень серьезно своим игрокам. И вообще, ты заметил, да, я думаю, ты точно заметил, и зрители заметили, что у авангарда текущий состав сохраняется в течение долгого времени. И при этом, ну там да, может кто-то более стабилен, кто-то менее, но чувствуется прогресс. И это прогресс настолько серьезный, авангард через там еще полгода могут войти, ну, в топ-10-15 команд, этому вряд ли кто-то даже особенно удивится. Потому что прогресс у них налицо. По поводу имперцев, ну, мне трудно что-то говорить. Все-таки я не знаю, какое там отношение, насколько серьезное отношение внутри коллектива вот друг к другу. И вообще, насколько вот сможет Империал как организация удержать своих игроков. Вот, например, сейчас, не знаю, Нави завтра предложат поиграть тому же Эсперанто. И вот что делать в такой момент? Вот. Игрок захочет, наверное, уйти.
Ну, значит, уйдет, а Imperial найдут кого-то другого. Опять же, прелесть таких миксов всегда в том, что ты можешь подыскать какую-то замену. Все-таки одиноких игроков, так сказать, без команд, но при этом высокого уровня сейчас в КСе пруд пруди. Просто не у всех... Ну, знаешь, вот Эсперанто и Нуки очень крутые парни. Я думаю, что в течение этого года их могут забрать из команды Imperial, если там что-то плохо по контрактам. Они действительно очень мощные ребята. Ну а пока же экономически от Imperial Димасик попытался сыграть на инициативе, его хватило на одно убийство, после этого Кризен пытается вывести команду вперед, свапает девайс, наверное, чтобы подальше, да, унести девайс своего тиммейта, вот запрятать его. Казалось, его поджали только что, но как он четко попал по голове Некса, просто фантастика. Эсперанто, бэтленд, нет, здесь без шансов, бомба от Бастера, минус от Джейма, отличный фарм, 14-4-2, раунда до победы на первой карте и... В общем-то, сегодняшний вечер очень неплохо. Вроде бы начинает для команды, начинается для команды Авангард. Шикарно работают парни, друзья. Ну и, кстати, вот, извините, что мы не напоминали по ходу этой трансляции. Стрим-бонус? Конечно же. Стрим-бонус, друзья. Не забывайте посещать этот сайт, потому что Hellcase выделил очень много хороших подарков для зрителей этого чемпионата 7-го сезона. Там, и, конечно, примерно 1000, да? Да-да-да. Что-то писали, что около 1000 хороших сочных скинов, которые вот со старта плей-офф уже разыгрываются, раздаются нашим зрителям. Ну и не забывайте стрим-бонус, друзья, ВКонтакте, в Фейсбуке, посещать странички. Бот в любом случае флудит ссылками в чат постоянно, так что вы ссылки эти не пропустите. Первый девайсный раунд, 10 подряд нужно отыграть Imperial только, чтобы выйти на временную ничью. Кризен, ну вот подставился немного рано под Эсперанто, ему сразу попали по каске Сэмки. Конечно, Кризен свою работу доделал, но ситуация 4 в 4. При этом один из калашей Авангард потерян. У них остается 2 АК-47 и 2 фармгана. Это не так-то и хорошо. Особенно в свете того, что бустер, все-таки просочившись в апдаун, остается красным. Ему здорово заспрейло. Да-да-да, и пришлось Джейму вернуться за бомбой, потому что игрок Ризен как раз сотки погиб. И тут перестраивается уже раунд у команды Авангар. И посмотрим, ну, на что доиграют ребята. Все-таки Кикерт хочет спасти Бастера. Либо подсадку они здесь замутят, либо все-таки выйдет и проломает вместе с соткой сейчас соперника, который напрягал Бастера. Но мы видим, что уже отошли немножко подальше ребята. Тенский как жестко запушил Димасика. Прочитано его позиция, или было они известны изначально. Асилиан закрывает фулового кикерта. Бастер. Бустер. Ну да, его тоже забирают. Он, конечно, красный. Ну что ж, раунд не задался. Что тут сказать? Пятый для Imperial, при этом тоже очень просто. Эсперанто. Ну, все-таки ему не повезло. Именно по нему был сделан первый фраг. Асилиан красный с двумя убийствами. 14-5. Видимо, правда, бомба стоит. Может быть, Джеймс спасет 1-4? Не знаю, 1-4 спасет или нет, но уже сам факт поставленной бомбы немножечко как-то должен был выбивать команду Imperial вот в моральном плане. Потому что все, один соперник, 4-1. Вроде бы уже успевали вернуться, посмотреть точку Б. Но все равно он подлетел, еще и бомбу поставил. А, он даже не собирается ее защищать. Еще и калаш подобрал. Ну, просто... Хорош! Просто шикарно по экономике работает Джейм. Ну и сейчас уже с более мощными и серьезными девайсами выйдет команда Авангард на следующий оружейный раунд. 11 тысяч у Бастера. Это просто жесть. Ну да, и 8 с чем-то у Кикерта было. При том, что он сейвил девайс. И сейчас, наверное, купил снайперскую винтовку тому самому Джейму. Какая же действительно шикарная экономика у Авангард. Просто сравните ее с тем, что имеет Imperial. Тут понятно даже, что, наверное, выиграет текущий... Авангард, скорее всего, обеспечит себе победу. Так, вот Джейм РСП, давай посмотрим, куда он пойдет. Конечно, не самый все-таки ближний, но и первый из своей команды. Нет. Касса отмена. Туда мы не пойдем. Там накидывают гранаты и нужно возвращаться назад. Так, все. Не будет какого-то бешеного врыва от снайпера на первых секундах. Пока что защита справляется с первыми позиционными войнами. На зелени, правда, вот проходит далеко Димасик. Да, есть игрок на апдауне, уже размен. Асилион минус Бастер, Кикер забрал Асилиона. Это было на апдауне, действительно. Кризена, кстати, прострелили на мидле сквозь стену. Не слишком серьезно, но 13 хп, как минимум, снайпер попал. 4 в 4. Хорошо для атаки, но это довольно условное заявление. Всегда что-то может пойти не по плану. Особенно на такой сложной карте, как Детрейн. Димасик осторожно открывается из-под зелени. И Эсперанто едва не подловил. У того не было девайса на руках. Правда, Тенски теперь Димасик не знает, может только догадываться. Да, он может ошибиться сейчас, просто выйти спиной к Тенски. Все-таки Джейм бросает Димасика, пойдет из сотки, пойдет за бомбой. Но уже ситуация 3 в 4. Правда, 2 красных. И здесь Димасик может вообще справиться очень жестко. Минус 1. Эсперанто, да, переместился, поменял свою позицию. Но самое главное, что
На Б сейчас вот-вот выйдет Кикерт. Сюда вроде бы идет бомба, но до конца непонятно, будет ли Джейм в апдаун, либо пойдет на точку Б вместе с Кикертом, либо они тут уже подсадку готовят. Они дожидаются Димасика. Сейчас он что-нибудь сделает на точке, отвлечет внимание, и тогда можно будет спокойно заходить на Б. Правда, пока что Димасик никого не видит. В девятке позиция у соперника закрытая. Некса на пленте Б. Берет еще в коннекторе гранату. Его тиммейт и двое на Б, это, конечно, мощно, но, тем не менее, нашли какой-то тайминг удачный для себя. Вроде бы игроки Авангард поставили бомбу, правда, Некса уже в упоре. Кто кого, Джейм? Флешка. Джейм прячется в дыму. Как ему сейчас повезло или не повезло? Тут такой двоякий момент. Джейм отстреливает аспиранта. Некса обстелит двоих, но не будем забывать о господине Димасике. Информация о нем имеется. Будет ли Некса обезвреживать бомбу? Нет, это фейк. Димасик бежит на всех парах. Вешает хедшот Нексе. Это 15-5. Жесть, Димасик. Что ты делаешь? 15 к 7, только что этот господин спас раунд. Он 9, его начал, он его и закончил. 9 хп оставалось. Некса, должно быть обидно. Почти потащил такой сложный раунд. Ну и, может быть, еще побились бы на первой карте Империал, но слишком сложная ситуация. 10 мап-поинтов для Авангард. Замечательная экономика. Но у соперника в руках Фамас, Эмка, Скаут, Дигл и ЦЗшечка по гранатам. Две флешки и два смока на всю команду. Это действительно очень тяжеловато для карты Детрейн. Ну, посмотрим. Одна ошибка. И тут еще, конечно, можно поиграть. Но один энтри килл от атаки, и все, наверное, закончено. Кризен. Да, по-моему, тут уже Авангард решили действовать на исключительно жестком мужском характере. Брутальный выход от двух товарищей из апдауна. Ну и, наверное, этот раунд уже закончен. То есть здесь не о чем и говорить. Авангард, как и мы, до старта предыдущего раунда зачитали экономику Империал. Было понятно, что денег у этих европейцев будет очень мало. Как итог, 16-5. Легкая победа для команды Авангард. И борьба, с другой стороны, на начало этой карты намечалась. Да, мы видели довольно плотную борьбу, но после того, как Авангард выиграли экономический раунд Империал, такое ощущение, что сами в себе разуверились. Ну, действительно, после этого эко все рассыпалось у имперцев, и их серия из 4 раундов, и, по-моему, вообще поломалась вся игра. После этого мы просто не увидели команду, мы не видели единого целого коллектива, который бы показывал нам ну, в первой половине хорошую атаку, во второй какую-нибудь внятную защиту. Ну, посмотрим, что будет, конечно, на второй карте Мираж, но мы понимаем, что и там великолепно может работать Авангард. Это одна из их все-таки наигранных карт. Мираж? Да. Да, да, конечно. Это одна из их основных. И я думаю, Империал просто не такой широкий пул карт, чтобы иметь возможность, ну, брать, например, Мираж и играть что-то другое, вроде Нюка или чего-то еще. Ну, есть похожая карта. Вынужденная мера. Да, посмотрим, друзья, в общем-то, на карту Мираж. Нам ждать немного, буквально 8-10 минут, и мы вернемся уже со второй карты. И после этого не забывайте, нас ждет игра между польским коллективом Кингвин и, конечно же, шведы, Red Reserve, TAZ. В общем-то, все будет, но для начала нужно разобраться, кто же дальше выйдет победителем из этого матча. И, вот и узнаем мы это, да? Если честно, вот я не знаю, на кого выходит победитель. Я сейчас уточню, попытаюсь уточнить в паузе. Я знаю, что это будет 1-4 против одной из приглашенных 4 команд. Но вот какая... А пока еще непонятно, какие команды в принципе приглашены. А, ну, вчера, ну, как минимум на прошлых матчах мы еще не знали. Может быть, теперь появился анонс. Давайте подождем, да, отдохнем. Может быть, у нас подъедет новая информация, и мы как раз вам все расскажем уже на второй карте Мираж. Оставайтесь с нами.